эти часы навсегда остановились в июле 41-го. Здесь, в помещении Сарапульского музея, где в годы войны нашли временное пристанище сокровища Павловска, Пушкина, Петродворца, открылась эта выставка. Дань признательности жителям Сарапула за активное участие в спасении шедевров мирового значения. Уходит в прошлое война, но порой до боли остро напомнит о себе иногда шевельнувшимся осколком, а иногда нежданной встречей с тем, что было спасено от ее огненного дыхания. Уникальный фарфор Павловска. Бронзовая скульптура, хрусталь Петродворца. Предметы убранства кабинетов, парадных и тронных зал. Картинная галерея коллекции. Классика русской живописи. Работы кисти Левицкого. Портреты Боровиковского. Графика Галактионова. Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником 2 года незаметно. Уж 10 лет прошло с тех пор, и много переменилось в жизни для меня. И сам, покорный общему закону, переменился я. Но здесь опять минувшее меня объемлет живо.